Ну что, привет, друзья. Привет, привет. Усаживайтесь поудобнее, там делайте чай, кофе, потанцуем, все как мы любим, про пельмени не забываем, вкусненько кушаем и, надеюсь, все будет хорошо. Я реально заколебался, я в каждом видео обещаю вам о том, что видосы будут выходить чаще, но сейчас вроде я все делаю для этого, друзья, чтобы у меня появилось время. Не суть, Андрюху я отдельно поздравляю с восстановлением своего канала, это раз. Что еще? А, сегодня я расчехлю своего Динамо, это 2. И буду уже впоследствии ловить акции под Динамо. То есть мне надо еще 2 Динамо, грубо говоря, чтобы сделать ему там вторую эволюцию. Но вы понимаете, сегодня расчехлю ништяки какие-то. Я тут без вас, втихаря вы уж извините, донатил. И как бы что? Да вот ничего, друзья. Вот, как бы ничего, донатил. Просто мне нужны были синие камни, вот эта вот вся херобора, потому что, ну, без них, грубо говоря, никуда. Я там эти собери сам, самые дешмановские скупал. И как бы нормально, я думаю, что на какое-то определенное время себя обеспечил. Дальше. Этот раз уже как бы особо никто не заметил. Вот, но я снова без гильдии. Пришлось выйти, потому что какая-то непонятная ситуация произошла с войсами. Надеюсь, что ребята восстановятся. И вышел, и такой сижу, не знаю, что делать вообще, куда, что. Короче, в последнее время какая-то полоса, что в битве замков, что в GTA, куда не вступлю, везде, короче, какая-то херобора начинается. Я приношу людям какие-то проклятия. Да, сегодня будет стрим по GTA. Там реально большие изменения, зайдите, посмотрите, потому что, я надеюсь, будет интересно. И еще что хотелось бы сказать, лайк поставь, подпишись и погнали. Давайте начнем с того, что сегодня буду расчехлять своего Динамо, как бы надо. Хотелось бы от вас в комментариях услышать вообще, какой талант на него поставить. Да, к сожалению, сегодня я ему там первую эволюцию никакую сделать не смогу, но я что-то вот запоздал, да, там были и хорошие акции, всякие варианты были, но как-то вот руки не доходят. Но, тем не менее, я надеюсь, что будет все хорошо. Вот, я даже еще, видишь, я не вспоминал вообще, кто такой Динамо. А не думал вообще, какой ему ставить талант. Не думал его, где буду использовать. Хотелось бы, может быть, возможно, взять, поменять тактику на БГ. Что-то вот такое вот придумать. Ну, это все будем смотреть. Вот варианты все пишите в комментариях. Если у вас есть Динамо, как вы его используете, где, какие таланты, какие сборки. Я с удовольствием почитаю и уже приму решение, как мне его правильно собирать. Дальше. Что у нас получается? Получается, у нас мы открываем ништяки. Это у нас 7 эмблемы, господи. Хотя там, наверное, уже 7 эмблем накопилось, что могу улучшить их. Так, тут книжечки нам нужны. Потому что я что-то сейчас не помню. Может быть, я сейчас Динамо собрался качать, а может быть, у меня книг нету. Но если что, у меня есть пропуски подземелья. Дальше. Так, окей, а тут у нас что? Тут у нас ничего. Ну, по факту, говно у меня ништяки, если честно. Это какой уровень эмблем? 3. Отлично, просто к успеху иду, не останавливаясь. Дальше. Есть. Дальше. Есть. Так, и да, я помню, мне надо, я вам еще должен роллинги. Там даже, помню, парень донатил, я ему так и не паролил. Ёпта, какой... Ничего, я вижу, вы заявки там все продолжаете оставлять. Я даже отпишу тем, грубо говоря, кто 2 месяца ждет, может быть, до сих пор ждут. Короче, всем отпишу. Вот, я думаю, что большинство уже, конечно, паролили самостоятельно. Ну, что делать? Вот. Ну, ролить надо, а то я что-то как-то уже подзабыл, как это. Вот возьму сейчас вместе с вами и паролю, кто выдержал это долгое, невероятное, скучное вступление. Так, это есть. Дальше, что у нас тут? Опачки. Тут у нас идут супер питомцы. Супер питомцы. Нормально. Так. Так. Давай уже открывайтесь, хотя там из них большинство уже на максимум прокачано, но если что, пригодятся для... А, не супер питомцы, это простые питомцы, пригодятся для супер питомцев, но это все херь. А вот это вот залупа. Это залупа. Ну и тут как бы...
Вот это прикольная штука. Вот эти, конечно, вещи, они как сказал бы Дудь, заебись. Ладно. Безумного ученого мы получаем. И это значит... Это значит, что мы ему сейчас можем сделать эволюцию. Это у нас кто? Это потрошитель. Я уже про него ничего не помню. Я хрен на него клал. А безумный ученый у нас и так, по сути, с эволюцией. Да, и, то есть я могу ему взять... И прокачать вот эту вот штуку. За 1000 сменить. О, крит удар у него. Ну, не, давай. Да твою ж дивизию, ёпта. Вот как это так происходит? Сотка и по 5%. Ну, это разве нормально? Ладно, давай улучшаем. Есть у нас даже... А, и все, как бы и уперлись. Ну, нормально, нормально. Уже, кстати, нормально силы приходят. Подожди, по эпикам, что у меня по эпикам, может быть они у меня появились, вот, смотри, спарки, динамо, так, динамо открываем, та-дам, целых 5 единиц силы, о божечки, так, тут у нас что, тут у нас перейти, секача у меня нету, да, 74 осколка. Ого, спарки. Вот со спарки вообще, на самом деле, обратите внимание, все хорошо. И... А, видишь, у меня повторки его есть, у меня нету, скажем так, рудиментов для него. Вот это конечно, печально. Тут тоже ничего не появилось. Безумный ученый мы прокачали. Демон. Демон у нас тоже тут, по сути, прокачан. И у меня, видишь, только одна повторка. Ладно, хер бы там был с ним. Па-бам, у нас появляется Динамо, давай возьму ему второй талант, открою у нас сразу, он, видишь, со скином, давай, не знаю, вот, пятерочку, опа, смертельный удар, антихайп, плевать. А, дальше, сюда мы прокачиваем сразу, о, книжки есть, окей, какие-то книжки есть. А, умение мы ему сразу, о, нужно тут места освободить. Умение мы ему сразу прокачиваем, не экономя ничего, тут экономить-то особо нечего, это эти бесконечные сейчас ресурсы. Ну и давай, да, видишь, эпик героя, без повторки ничего не сделаешь, эволюцию не проведешь, скажем так. Ну, как бы, подождем какой-то хорошей акции, я надеялся, что сегодня будет, может быть, завтра будет, да, может там какие-нибудь 1 плюс 1, там еще что-нибудь, ну, вы сами понимаете, к чему я. Так, опа. Идем дальше. По идее, у меня есть судьба, теперь, грубо говоря, улучшится. Так, нормально. А, просветы мы ему сейчас долбанем, причем сейчас так удобно просветики качать, можно просто не останавливаться. Смотри, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Опа! Это мы сейчас берем, открываем. И, грубо говоря, дальше качаем. Просветить. А! Во! Камушки, синие кристаллы закончились. Изи просто. Взяли, открыли. Просветить и фигачим дальше. Вообще никаких проблем. Без остановок. Просто как не в себя. Да-да-да-да-да. Сейчас, смотри, золото опять. Вот это вот за это, конечно, разрабам отдельное спасибо, потому что это очень крутая штука. Давай тоже. Хотя там нормально все. Давай. 60-й просвет. По 18, по 20. Есть открыть. Хоп, полетели. Синие кристаллы. Все хорошо. Просвет. Давай. 80-й. Ой. Как это время, конечно, экономит. Кстати, смотри, а мана-то у меня заканчивается. Надо как бы сходить, собери сам. Ты посмотри, что делается-то, а? И все, и закончилось. И закончилось. Подожди, у нас есть собери сам. Перейти. Тут что? А, ну давай, давай. Так. Короче, чтобы вообще наверняка. Вот так вот сделаем. И сейчас это все дело возьму и куплю. Па-бам! Все. Вот теперь я могу не париться. Заходим. Сюда заходим. Так, динамо, руны, просвет. Оп-оп-оп-оп-оп. Даже берем, открываем. Пускай будет на максимуме. Все, на долгое время я забыл. Динамо. Давай ему даже эмблему какую-то поставим. Какую-нибудь, не знаю, вот так вот. Давай ему вот так вот. Динамо есть, и, допустим, если мы сейчас переходим куда-то в судьбу, обратите внимание, уже, да, она поднакопилась, уже можно даже что-то и, скажем так, прокачать. Не везде, правда, эволюционировать. Да, о, тут можем. Так,
Ну и получаем Динамо. Посмотрим, сколько мы можем ему дать. Так, золото закончилось. С золотом тоже, как вы видите, проблем нету. Вообще все замечательно. Господи, какая удобная штука-то, а! И все, тут уже повторка Динамо пошла нужна, да, чтобы ему... Ай... А, подожди! Че я туплю-то? Здесь-то не обязательно. Тут можно камни судьбы использовать. Значит, идем дальше. Ну, тоже уровень судьбы небольшой. 30-й, да, 30 тысяч, как бы, ну... Такая грусть, печаль, тоска. А, дальше, смотри. О, давай эту херь попробуем пройти. Без сборки каких-то героев. Давай начать. Вот так вот высаживаем. Окей, ему бы, наверное, сразу ремку поставить. Он, видать, с этим с воодушевлением, да. Надо я потом, если что, поковыряю вызов. Давай, давай, давай. А, стой, вот, высаживаем, все, полетели. Видишь, сейчас сложнее. Давай, не знаю. О, слабим. Сразу наверняка вообще плевать. Так. Вызов. И все, погнал долбить. Смотри-ка, он уже тут получает что-то в ответочку. А, дальше, это уже пятый. Ну, шестой по-любому не пройду. Надо, типа, героя собирать. А, ремку какую-нибудь поставить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Сложненько, смотри, как ему приходится. Ну да, тут от ремки, по сути, толку уже и не будет. Тут от ремки толку уже не будет. Кто-то тыквами проходит. Кто чем, не... кто чем? Кто на что гораст? Ну, следующую точно не пройду. А, так, шестая. А, я могу ослабить? То есть я там зря ослаблял. Вон оно что. Ладно, окей, давай посмотрим, поржем. Мне похер на самое. Главное, что осколки были. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Или не пробивает. Не, смотри, вроде не пробивает. Но бить долго. А, так... или сейчас пробьет, смотри. Ёб твою, смотри, падла какая, отхиливается. Ладно, тоже пишите в комментариях, кого там брать. Не знаю. Тыкву с уклонением. Ой, не с уклонением, а с вампиризмом, с утеканием. Так, у нас 25 тысяч самов. Вот, у нас 25 тысяч самов, давай-ка. Давай-ка, раз вы досмотрели это видео до конца. Такое, знаете, будет эпично быстрое видео. Сейчас я хочу выбить какого-то эпика. Ну, это, оставлю 15 тысяч самоцветов для Дина. А, подожди. Подожди-ка, смотри-ка, что у меня есть. Мы можем нормально даже паролить. Воу-воу-воу. Давай-давай. Там же эти и Фрости добавили, еще там чудо какое-то. Суккуб, правда, мест для них уже нету, но, тем не менее, я думаю, что нормально. Нет, ну и чё, ну дай ты мне эпика какого-то, а? Ну ты почему я другим ролю, там все падает. Посмотрите мой последний роллинг. Нам просто за маленькое количество самоцветов человеку столько всего упало. Мне ни одного эпика. Атлантикор. Ладно, можно даже было и не пытаться. Ой. Обмен произошел успешно, и буквально не хватает трех сраных осколков. Трех сраных, елки-палки, осколков. Но, смотри, это означает... Ага. Это означает, что мы можем ее эволюционировать. А, зря самоцветы потратил, ладно. Получить сражение, созвездие. Ну, там все равно у меня самоцветы будут. Нормально все! Нормально! Так, улучши, давай. Эволюция к нам пришла. Эволюция к нам пришла. Так, давай, это мы используем. Аугментация. Все, все, деточки. Все, деточки. Так, у нас есть эволюция. О, тут надо что-то... Как бы я ей особо не пользуюсь. Мне по факту плевать, какое у нее там будет... какая у нее будет чара. Стандартненько можем что-то поставить или оставить недомогание. Не хочу делать с долгим видео. Вот. Но и не хочу говорить о том, что... А, я потом как-нибудь на стриме паролю. Я на стриме тоже добраться не могу. Удар ПВО. Давай еще раз.
в пень. Так, есть атака пятая, не то. Уклон надо, уклон. Который, сука, сейчас падать не будет, да? Я вообще, эти самоцветы у меня были... Хотя я не помню уже, может, ей не уклон надо. То есть, ну, я на нее обзор сделал и забыл про нее, как бы. Лежит и лежит. Буду скоро собирать Тиму мечты из эпик героев. Так, давай. Точность, окей. Блин, вот точность падает. Я поржу, если там нужна все-таки точность. Смотри, ни одного пятого уклонения. Давай это микс сделаем. Короче, да, что я парюсь. Давай микс из точности и уклонения. Все. И вообще на все пофигу. Плевать на все. Если что, потом она мне когда-нибудь понадобится. Ее в любом случае присобирать. Так, точность есть, давай. Уклон давай. Ну, сейчас, я говорю, сейчас на зло будет постоянно точность падать. Не, смотри. Оба. Рандомчик понял, что решил точность оставить. Теперь точность даже не падает. Атака, жизнь не то. Ой, не то. Смотри, да? Вот только точность обозначил. Все. Она перестала выпадать. Ну ладно, вот. Окей. 165. Ну сейчас уклоны нужны. Конкретно уклоны. Пятые. Я сказал пятые. Смотри, точность, точность. Отлично, просто я шатал. Вот пятый уклон, давай еще пятый уклон. Не то. Не то. Не то. Опа, блин, чуть не ударил. Так, два пятых уклона, две пятые точности. И давай тут посмотрим, что уже тут выпадет интересного. Пока что так, знаете, компромиссное решение. А? Как вам такое? Для тебя, знаешь, сейчас с этими всеми... усилениями героев, там мне иногда, знаешь, кажется, что вообще плевать, какие созвездия, потому что все это пробивается, и уклон пробивается, и как бы и точности не всегда поможет. Давай ты уже. Он ни точность, ни уклон не дает, смотри, за 450. Сволочь такая. Если сейчас ничего не выпадет из этого, из этих двух нормативов, то я, мягко скажем, охренею, а скорее всего ничего не выпадет. Потому что у меня сейчас самоцветы закончатся. Четвертая точность и вторая точность. Ладно, похеру. Надо самоцвет оставить. У меня 800 самов осталось. Ай, я не хочу это смотреть. Закрыть объявление. Давай. Крит сопротивления не то. Не то. Ну, давай вот так вот оставим. Уклон. Окей, роллинг, 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 хера, роллинг, и в принципе, мне надо ей уровень прокачать. Ты смотри-ка, и еще чуть-чуть, и, грубо говоря, я могу сделать вторую эволюцию. А если я сделаю вторую эволюцию, то значит, это еще я смогу, ребятушки, взять и... Знаешь, что сделать? Прокачать прорыв, а вот прорыв сейчас прокачать я не могу. Мне надо три осколка, то есть мне надо эту эпическую битву допройти. Один день и три часа, короче, за один день и три часа мне надо понять, как эту залупу пройти. Так что пишите в комментариях, да, ваши рецептики. На этом все, жду вас на стриме по GTA. Всех целую и удачи.